Госдуму внесли проект, приравнивающий работодателей участников спецоперации к соцпредпринимателям. По сути, таким работодателям станут доступны различные виды госльгот. Подробнее обсудим тему с экономистом Дмитрием Клещевым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, что именно дает эта инициатива работодателям? Насколько эффективная? Ну, безусловно, это интересное предложение, и оно, в общем-то, достаточно серьезно меняет рынок социального предпринимательства, потому что до недавнего времени такой статус первой категории, то есть когда количество работников, относящихся к отдельным категориям, более 50% у такого предпринимателя, имели те, кто принимает на работу инвалидов или другие отдельные категории. А если мы говорим о том, что сейчас все участники специальной военной операции получат такой статус, который будет увеличивать, ну, скажем так, давать возможность тем работодателям, которые берут получать статус такого рода предпринимателя, это, безусловно, очень мощная мера поддержки. А вот есть понимание, каким именно предпринимателям? То есть и на территории Прикамья. Статус социального предпринимателя, он появился не вчера, и это уже несколько лет действует такая программа. И любая организация, любое предприятие, которое берет себе на работу более 50% тех категорий, но в первую очередь это инвалиды и отдельные другие категории, которые могут работать на этом предприятии, да, именно такое предприятие получает статус социального предпринимателя. Сейчас просто перечень тех, кого можно взять и получить этот статус, расширяется за счет участников СВО. В принципе, мы видим, что меры поддержки очень активно нарабатываются. На сегодняшний момент их уже не один десяток. И это говорит о том, что государство сейчас старается сделать так, чтобы не столкнуться с проблемами адаптации тех, кто приходит с данной спецоперацией, чтобы не получилось, как, например, в свое время было с афганцами или частично с чеченцами. И еще можно сказать, что это мера поддержки скорее на будущее, потому что сейчас нету проблем с трудоустройством. Мы видим прекрасно, что безработица, по крайней мере, на данном этапе находится на минимальных уровнях. А при этом такого рода меры поддержки говорит о том, что скорее это закладка на будущее, что как минимум в ближайшие годы она и будет становиться одной из таких поддерживающих для тех, кто приходит с данной спецоперацией устраиваться на работу. Дмитрий, спасибо большое за ваш комментарий. Я еще раз напомню, что мы поговорили про проект, который внесли в Государственную Думу, приравнивающий работодателей, участников спецоперации к соцпредпринимателям. Мы поговорили на эту тему с экономистом Дмитрием Клещевым.